23 августа 2023 год. Поздравляю украинцев с Днем флага, поздравляю харьковчан, моих земляков, с Днем города. Сегодня афоризм, каламбур такой. Подле власти и люди подлее. Написал я 2 ноября 2010 года эту сентенцию. Подле власти и люди подлее. Ну, про власть, по-моему, еще один афоризм такой удачный. Это если сносить власть, нет сил, ее сносят. В общем, все, что связано с властью, каламбурится удачно.